В Гродно при реконструкции старинного здания обнаружили клад. Золотые слитки, монеты и драгоценности. Всего около 70 предметов. Находка крупнейшая в этом столетии. Разбирая крышу, рабочие наткнулись на коробку из-под табака. Она была надежно спрятана между балками чердака и выглядела совсем непримечательно, но только снаружи. Внутри оказались настоящие сокровища. Браслеты, цепочки, обручальные кольца, золотые слитки, монеты разных веков и даже металлические зубные коронки. Клад трогать не стали, вызвали специалистов. По предварительной версии, драгоценности принадлежали одной или нескольким семьям и пролежали здесь около 75 лет. Все это связано с уникальным районом нашего города, историческим центром. Это район бывшего еврейского гетто, и здесь именно всегда проживало еврейское население. Возможно, сегодня так предположить, что это было укрыто, конечно, накануне выезда отсюда, вывоза евреев в концлагеря Польши и Германии, откуда они уже не вернулись. Когда мы на аукционе брали, ну, конечно же, аукцион состоялся, и цена все время повышалась. Но мы пошутили, что, наверное, нам Бог компенсирует наши затраты и вложения. Вот. Конечно же, ну, никто не думал, что так получилось. Таким вопросом мы не задавались, на что эти деньги будут потрачены. Но впереди много задач, и строительство – одна из первостепенных целей. Владельцы здания и строители тоже могут рассчитывать на половину стоимости клада, пока же находку на временное хранение передали в Гродненский историко-археологический музей. Окончательную оценку предметам дадут эксперты. Кстати, за всю историю кладов в Гродно этот уже 24-й.